Трагедия произошла под Петербургом. Актер найден мертвым. Актер Сергей Горячев сорвался с крыши и разбился насмерть. Трагедия случилась в поселке Рождественно. Несчастный случай произошел 2 октября. Актер питерского кукольного театра «Виноград» строил печку в доме и не удержался на крыше. Об этом сообщается на странице театра ВКонтакте. Горячеву было 64 года. Неимоверно горько и больно от внезапности ухода Сергея Васильевича, ведь он был полон сил, планов. Всегда торопился помочь то детям, то друзьям, то внукам, то коллегам. Всем нужен и всеми любим. Написали представители винограда, добавив, что театр осиротел без артиста. Накануне в полицию обратились родственники актера. Тело Горячева с признаками падения с высоты нашли на даче. Театр сказки разместил на сайте Некролог. Более 35 лет Сергей Васильевич посвятил кукольному театру «Приносим соболезнования родным и близким». В автобиографии Сергей Горячев называл своим призванием помощь людям и воспитание детей. А еще я строитель, печник, конструктор по куклам, радиотехник, механик и водитель. Мои любимые литературные герои Дон Кихот, Гамлет, Король Лир, писал актер. Строительство дома он называл любимой своей внетеатральной работой. Маленькие зрители театра запомнили Сергея Горячева как дедушку с добрыми глазами, который дарил свет и любовь всем вокруг. У Сергея Васильевича остались супруга, пятеро детей, родители и внуки. В социальных сетях коллеги и друзья приносят соболезнования близким актера. Время и место прощания с артистом станет известно позднее.